Когда в этом месяце ожидаются выходные для дачников, подскажет лунный календарь. Май чуть ли не самая горячая пора в садово-огородных делах. Обилие праздников и теплая погода нам так и шепчут – пора на дачу. Правда, с головой погружаться в посадки, полив и обработку саженцев не стоит. Лунный календарь рекомендует сделать выходные в дачных делах 21 и 31 мая. А вот засучить рукава лучше 22, 28 и 29. Это время как нельзя кстати подойдет для высадки корневой петрушки, редиса, летней редьки, салата и томатов. Еще больше подробностей вы, как всегда, сможете узнать на сайте Курган.ру в разделе «Удачи на даче». Партнер рубрики «Лунный календарь» – фирма «Сады Зауралья». Саженцы с открытой и закрытой корневой системой, выращенные в зауральском климате и полностью готовые к посадке в грунт – идеальный вариант для вашей дачи. Приобрести такие деревья можно в Корчевской роще, в специализированном магазине фирмы «Сады Зауралья», на Центральном рынке, а также микрорынке «Некрасовский».